Просто надоело. В моей команде просто каждый матч попадается легенда, а то и больше легенд, которыми GS-ку как на оранте, при этом башня не крутит и ни одного модуля не куплено. Вот как с такими игроками играть? Ну а сегодня, друзья, как раз мы вместе с вами сыграем с одним молодым человеком, который мне, кстати, очень даже поможет, потому что он хотя бы на легенде имеет GS-очку достойную, которая имеет возможность составлять конкуренцию нашим противникам, о которых мы сегодня также поговорим, потому что у нас сегодня в студии, друзья, один замечательный человек, который будет просто уничтожать рандом, с которым мы еще и постараемся вместе пройти миссии. Возможно, некоторые из вас до сих пор не догадываются, кто же в студии. Мишань, давай оглашай. Давай говори, кто же вместе с тобой будет играть. Поздоровайся. Привет всем, друзья. Огромнейший всем привет. Да, я сегодня с Мишаня буду играть в одной пати, в одной группе. Мы сегодня пройдем, постараемся миссии. А, Мишань, покажи, какие у тебя миссии. Так, друзья, у меня смотрите, какие миссии. У меня есть ремкомплект, который нужно прожать, плюс уничтожить противника и заработать кристаллики. Если мы хотя бы ремкомплекты и кристаллики вместе с вами пройдем, это будет успех. Ну и также, Мишаня, расскажи, что ты сегодня будешь проходить. Я сегодня, друзья, буду проходить также собрать повышенный урон и войти в тройку лидеров, тоже как вариантик, было бы хорошо сегодня вместе с тобой допройти, друзья. Но это шутка. Ну как шутка? Условно шутка, потому что я сегодня реально с сам собой, то есть на двух аккаунтах, я сегодня планирую играть. То есть никакой там Мишаня рядом не играет. Это я. Я сегодня буду стараться за двоих играть, потому что это как минимум убивает несколько зайцев за раз. Во-первых, меньше в команде нубов, потому что я считаю, что на двух аккаунтах я лучше сыграю, чем тот самый парень на легенде, который не крутит башни, не имеет резистов, возможно, понимает, каким образом нужно играть в фанчики. Плюс, заодно прохожу сразу же несколько миссий, ну, получается, параллельно на двух аккаунтах. На одном и втором, если вдруг хотите сэкономить, как вариантик, можно пройти и там сразу же миссии за один матч. И посмотрим, насколько это эффективно, то есть могу ли я с таким условием занять сразу же призовые места. Ну вот так вот, с первого матча прям сразу же призовые места, возможно, тройку лидеров хотя бы зайти на двух аккаунтах, будет интересно. Какая, возможно, команда попадется, насколько у нас получится это сделать, мы сегодня проверим, друзья. Но от вас, как всегда, пальчик жирный в виде лайка. Если же на этом видеоролике мы собираем просто безумную активность, я понимаю, что вам эта тема интересна, мы будем ее продвигать, будем стараться, возможно, еще что-нибудь записывать, возможно, поделитесь в комментариях, что бы хотели видеть, потому что, ну, реально, ну, вот реально, мне кажется, иногда проще сыграть с самим собой, чем с теми легендами, которые играют наши матчмейкинги, к сожалению. Вот так вот складывается в наше время, что реально играть проще на двух аккаунтах одновременно, чем с легендой, которая не знает, что она забыла в танках онлайн, к сожалению. Возможно, в вашем случае такого не происходит. В моем случае довольно часто на стримчиках я начал замечать, что со мной играют легенды, которые просто ни на что не способны. Ну, просто ни на что. Ну, вот реально смотришь на парня, он там еле-еле там едет по карте, просто не может понять, где его там флагшток и где вражеская база, и что ему нужно делать на пушке там гром. Так, я в своем случае, наверное, перезапущу быстренько тот самый матч, тот самый бой, потому что что-то пока что довольно долго. О, другое дело, теперь мы можем загрузиться, ну и сейчас будем пробовать. Я, кстати, не в полноэкранном режимчике, это для того, чтобы я гораздо проще мог перемещаться между двумя аккаунтами. Все же я сегодня один, никто же со мной не будет играть, правильно? Поэтому, ой, я, кстати, на безнатике в первую очередь загрузился, поэтому, наверное, на безнатике мы и сразу же начинаем вместе с вами тащить. Я, кстати, чуть-чуть разные вооружения взял в плане того, что на этом аккаунте мы на фризике погоняем, на основном аккаунте мы поиграем, получается, на изитке с плодинчиком. И по резистикам, возможно, без знатики мы определимся. На основном аккаунте я, в принципе, играю с спектром, поэтому имею возможность, наверное, на нем же и продолжить играть. Насколько это все выйдет, ну, эффективно, да, насколько это реально будет полезно. В нашем случае, кстати, быстренько перемещаюсь. И каким же образом мы будем делать вместе с вами, друзья? А таким, что я как только отправляюсь на РСП, сразу же меняю аккаунт, и сразу же на другой аккаунт мы вместе с вами пересаживаемся. На вашем экранчике во время видеоролика, скорее всего, будут по очереди эти экраны появляться в полноэкранном режимчике, и тем самым будем гораздо понятнее смотреть этот все видеоролик. Так, главное не запутаться, потому что тяжеловато играть, конечно, и при этом помнить, что у меня два аккаунта. Так, давайте Теслу Близняка разберем. Колясика. Колясика, оп, хорошо разобрали. Но Гаусс, к сожалению, меня не прикрыл. Но, понятное дело, кстати, что Гаусса, конечно, не прикрывает своих же ребят, к сожалению. Точнее, союзники не прикрывает. Но у нас есть для этого
Мишаня на бездонатике, друзья, на том, котором, как пример, можно очень уже достойно, комфортно играть, друзья. Вот Гаус, который просто перенулся, который на нитре катается и переворачивается. Я, кстати, по позиции, друзья, на первом месте. Иммортал пока что встает, но ничего страшного. Сейчас будет стараться догонять. Тем более, сейчас мы накопим какие-нибудь вердрайки. Кстати, карты довольно приятные. И союзники, на самом деле, то, что со мной в команде Иммортал попал, это как минимум, это уже, наверное, успех. Это успех и как минимум то, что мы можем реально и имеем большой шанс на победу. Так, хорошо, моего бездонатика слили, тогда будем сейчас заходить на основном аккаунте, пробовать. Но и в целом пока что очень даже неплохо выходит, как по мне. По позициям, друзья, на четвертом месте, но сейчас будем догонять, однозначно догонять, не только Мишаньку, но еще догонять наших союзников, которые играют на одном аккаунте. К сожалению, мы флажочек чуть-чуть прозевали, это обидненько, ну да ладно. Сейчас будем пытаться, возможно, откомбэчить. Для этого нужно понять, возможно, какие там иммунитетики против, точнее, статус-эффекты, чтобы взять какой-то определенный иммунитет, который нам позволит гораздо комфортнее сыграть. Тихо-тихо, парни. Аккуратненько. Но 0 хп. Надеюсь, что меня кто-то встретит. Мишанька, заберешь ложечек? У тебя хоть аптека есть. Давай, забирай. Будет положительно красиво. Забираю. На основе, кстати, наверное, долит прожму. Вот так вот хорошо. И полетели. Все, долитик сработал. Смогу сейчас попытаемся переиграть. Хотя, честно, если у нас аптека будет тяжеловато. Переиграли хорошо. И было бы, наверное, хорошо под основной аккаунт скинуть флажочек. Потому что реально у него шансов гораздо больше придержать его. Так, Мишанька, двигайся. Если наши еще вернут, будет потрясающе. Пока не вернули. Хотя, может быть, вернут в яме, наверное. Возвратик, давайте, друзья. А я могу вернуть в другом аккаунте, друзья. А я уже поставил. Хорошо, туда просто красиво. Уже думал самому возвращать, друзья. На самом деле такая тема тоже интересная. Ты можешь сам держать флажочек и при этом с другого аккаунта возвращать. А почему бы нет? Потому что ну реально уже надоело. Ну, кстати, первое место. Первое. И на третьем месте наш бездонатик. Это хорошо. Сейчас погибнем, будем на бездонатике тащить, камбэчить, пробовать, выигрывать. Так, на бездонатике я проснулся. Давайте быстренько врываемся, хоречек тут, быстренько хоречка, может быть, переиграем или не получится. К сожалению, не получилось, поэтому перемещаемся на основной аккаунт, быстренько прожимаем овердрайвик и будем сейчас пробовать, наверное, ввести. Ввести флажочек, быстрый, шустрый, максимально эффективный, и жаль, в новинках не подорваться. Гаусса попробуем разобрать. Гаусс, который прожал ДАшку, при этом прижался ко мне, не отъехал даже. Логики совсем не понимаю его, ну и ладно. Логики зачастую у наших игроков не бывает. Так, Мишанька, дружище! Хоппер, что ты же делаешь, дружище? Ладно, не скину, наверное, ему. Опасно скидывать в таких моментах. Хотел Мишаньки скидывать, но по итогу, к сожалению, наш союзник мне этого не дал сделать. Окей. Так, молоточек заходит. Давайте, наверное, или надеемся, что наша команда справится. Я, наверное, все же с флажочком попробую как-нибудь разобраться, а именно увести. То есть флаг вражки попытаюсь даже увести у нашего противника. Я думаю, что выйти это может. Главное, все минки не собрать. И будет шикарненько. Так, вроде как увез. И вроде справились. Мишанька, просыпайся, дружище, проснись. Давай, надо тащить уже. Хватит расслабляться. Хватит поддаваться нашей команде. Мы же сегодня договорились, что займем два призовых места, правильно? А ты поддаешься. Все, проснулся, полетели, полетели. Попробуем сейчас разобраться с противничком. Зитка, которая там, конечно, под критами жесткая. Аптеку бы забрать. Хорошая аптечка, кстати, есть внизу. Давайте спрыгнем, попробуем по призовым местам, друзья. О, вот это красиво. Вот это я понимаю, друзья. Два практически призовых места. Ну, уже два призовых, конечно, первое и третье, но пока что держусь. Пока что держусь, и это хорошо. Сейчас будем постараться, конечно, дальше переигрывать наших союзников, в первую очередь, потому что хочется именно союзников переиграть, ну и противников заодно, за компанию. Так, давайте молоточка быстренько попробуем разобрать. Хорошо, разобрались, шикарненько. Мне, кстати, интересно, что думают ребята со стороны, которые меня знают, возможно, да, как так работает, что я играю сразу же с двух аккаунтов, без доната и сосновы, друзья. И надеюсь, вы тоже как бы удивлены, да, тому, что происходит в нашем сегодняшнем просто видеоролике. Так, но смока вроде как сильная, но мы надеемся, что ее переиграем. Давайте быстренько по резистику с подавляющим эффектом. К сожалению, Гаусс меня перестрелял, но я могу попробовать встретить, но не успеваю, к сожалению. Не успеваю. Так, молоточка быстренько попробуем разобрать сейчас вместе с вами. Чувствую, столько монтажа придется делать, друзья, чтобы каждый раз на другой аккаунт перемещаться. Но ничего. За старание, как минимум, пальчик вверх, если же реально заходит, если вы поддержите хорошую активность, как я ранее говорил, если мой труд оценят, то, наверное, мы можем даже эту тему вместе с вами продолжать. Так, ну, Мамонт, конечно, безумный парень, решил в атаку пойти, мы, конечно, чуть-чуть ему поможем в этом плане. Я, кстати, наверное, могу взять даже резист от молота какого-нибудь, потому что мне кажется, от молота... А, не, у меня есть молота, хорошо.
от молота. В принципе, резистик у меня неплохой присутствует. Давайте я молоточка сегодня разобрал. Ну, у меня 90% фердрайва, друзья, который позволит мне, наверное, сейчас что-нибудь придумать интересное. Наши, кстати, ребята довозят. Ого. И меня довольно быстренько разобрали, но ничего страшного. Сейчас будем на другом аккаунте просто этого молота. Молот, наверное, безумный и не понимает, что происходит. Ну, то есть парень, который видит двух имморталов, который поочередно атакует. Поочередно не понимает, что реально с этими имморталами творится. Так, меня, кстати, разобрали довольно быстренько. Главное, чтобы мы еще и смогли завершить вместе с вами матч. Пока что по счету, ну, скажем так, не сильно приятно. Почему? Потому что я уже четвертую строчку занимаю на одном из аккаунтов. Как минимум. И сейчас, наверное, меня молот разберет, к сожалению. Нет, не переигрывает, но у меня 0 хп остается. 0 хп, я даже не знаю, что делать с этим. Как минимум, надо, чтобы наши союзники подъехали. Скидываем флажочек, чуть-чуть времени выигрываем. И, к сожалению, наверное, из этого ничего не выйдет, потому что мы немного флаг все же прозевали по итогу. Так, ну, как вариант, наверное, в атаку идем. Идем в атаку, мчимся. 90% вердрайва, при этом нужно его накопить где-либо. От Гаусса, к сожалению, на этом аккаунте у меня нет резистика, поэтому не так все приятно получается. На основном аккаунте, как вариант, мы можем взять как раз определенные резисты, которые нам позволят комфортнее сыграть. Но я вот не знаю, реально много Гаусса, 3 Гаусса против. Это беда огромная, потому что в случае без НАТО это уже не так комфортненько получается. Так, ну захожу. С овердрайвиком даже могу зайти. Могу даже этого магнума разобрать. Попробовать Гаусса, еще как минимум одну залп выдержу. И давайте пробовать доставлять. Заодно я бы скинул честно мешаньки. Потому что мешанька заслужил за старания свои. Хотя вот это опасно. Зря, наверное, поехал. Очень зря. Хотя новинку парень наехал. И может быть у него даже не выйдет вернуть. Скорее всего. Хотя там с кризисом парень. Шотнуть он у меня может, наверное. Но надеюсь. Тогда без всяких скидок, наверное, пока что попробуем хотя бы доставить. Хотя бы не проиграть, и было бы уже замечательно. Так, ну, я, наверное, не успеваю, да, подобрать, к сожалению. Но это, скажем, я немножечко доигрался. Почему? Потому что хотел скинуть флажочек, чтобы набрать чуть больше очков. По итогу мы не вставляем. Но тем самым интереснее будет, правильно? Интереснее сыграть матч до самого конца и что-нибудь из этого по итогу организовать безумное. Так, с наполовинчиком мы, наверное, переиграем. Либо оставим хотя бы на маленькое количество здоровья. Я пока что на втором аккаунте погибаю, поэтому, наверное, оставимся пока на этом аккаунте. И попробуем сейчас, возможно, хотя бы догнать. Нам желательно не проиграть, потому что ребята против подгрузили серьезные, которые могут, конечно, что-либо придумать безумное. И тут я, наверное, не успею, потому что шафтик у нас никакой не прикроет, не сольет. Хотя, если мало хп у него, может быть, верну, друзья. Наверное, должны возвращать. Хорошо, вернули. Красиво было реализовано. И теперь заходим вторым темпом на основном аккаунте, на котором сейчас попробуем вместе с вами. Наверное, все же какой-нибудь резист надо взять, потому что очень много противников с одним и тем же вооружением, от которого было бы хорошо иметь все же профильную защиту, которая позволит мне комфортнее чувствовать. Поэтому я быстренько беру, наверное, Гаусс какой-нибудь резист. Что там еще есть? Посмотрим сейчас, пока на втором аккаунте сыграем. Тесла, Гаусс, молот, наверное. Ну и броник, скорее всего, как вариантик. Вот эти предположительно резистики, наверное, я буду брать. Так, вот так вот, хорошо. Пока уходим, если наши еще ребята задефят, будет потрясающе. Надеюсь, что у них это получится сделать. И я остаюсь на маленькое количество здоровья, которым, честно, очень рискованно. По итогу может выйти. Оп, хорош, успел поставить. Так, давайте быстренько на втором аккаунте переодеваюсь броник. Получается молот, Гаусс и Тесла. Договорились мы взять и попробуем. Наш, кстати, парень привез уже. Нифига себе. Так, мы можем уже завершить, наверное, матч. Хотя молот, который сейчас раскидает противников, точнее союзников наших, к сожалению. Хотя не раскидает, куда? Он даже попасть, парень, не может до конца. Давайте по Тесле сейчас. У меня, кстати, резистик есть, но, к сожалению, не успеваю ничего сделать. И давайте сейчас, наверное, на безнатике попробуем ворваться. А, хотя наши ребята, наверное, довезут. Хорошо, вроде как доставят. Шикарно, друзья, просто две победы. Туда, шикарненько. 4000 кристалликов на основном аккаунте. И 1600 на втором. При этом занимая позицию, получается, третью и четвертую. Вполне неплохо. И посмотрите, друзья, о чем я сегодня говорил о легенде. О легенде, который играет на одном аккаунте. Ну просто, парень играет на одном аккаунте. Понятно, в его случае GS, конечно, не позволяет ему комфортно играть. Но он играл на одном аккаунте. А мы сегодня сыграли на двух аккаунтах. Вместе с вами. На безнатике, на котором ни разу ничего не было вложено. На основном аккаунте, в принципе, аккаунта много лет. Поэтому, конечно, много чего уже прокачано.
Но число, мне кажется, если гауссов не было, то в дальнейшем мы бы заняли реально вместе с вами первое-второе место. Скорее всего, я предполагаю. Возможно, если вы поддержите активность, друзья, мы постараемся еще раз вернуться и повторить, возможно, уже войти в тройку реально лидеров. Потому что пока что на сегодняшний момент лишь основной аккаунт зашел в топ-3. Но на бизнатике чуть-чуть мы просели, потому что реально артистики не самые были в моем случае актуальны. Да и в целом я не имел возможности взять что-то более стоящее. Так, ну давайте выходим, давайте посмотрим теперь по миссиям, правильно? На Безнатике я тоже выхожу. Смотрим на Безнатике тогда миссию. Что мы там выполнили? Ящики собрали. Войти в тройку лидеров. К сожалению, чуть-чуть мне не хватило, как мы по итогу поняли. И на основном аккаунте, друзья, забегаем. И выполнено аж 2 миссии. Вот так вот. То есть реально мы прошли 3 миссии, грубо говоря, за один матч. При этом используя 2 аккаунта. Ну, неплохо, друзья, неплохо. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как по мне, безумно. Реально безумно вышло сегодня. Если захотите, как я ранее говорил, пишите свои возможные идеи, задумки, которые могли бы реализовать, потому что сегодня такая безумная, как по мне, задумка, которая, ну, в целом, скажем так, была реализована довольно достаточно неплохо. Тем более, по итогу мы даже и матч выиграли и показали далеко не самые худшие результаты в нашей таблице. Поэтому, если были впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну, а с вами, друзья, был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.